вот здесь кто-то горячится. Ибо закон бывает хороший или очень хороший, и когда поступают угрозы, вступает в полном мере в действие уголовно-процессуальный кодекс со всеми вытекающими обстоятельствами. Если кто-то рискует еще помимо своей должности потерять свободу, ну, мне их жалко. Я его прочитал, это письмо. Мы сейчас обратились к прокуратуре с разъяснением, особенно связанным с угрозами должностному лицу в расправе, а это так надо понимать. И понятно, прокуратура, если даст разъяснение, что там есть состав преступления, мы с соответствующим вопросом обратимся в правоохранительные органы.